Всем привет и добро пожаловать на канал Плэтхом. Мы с вами продолжаем выживание в лесу. И у нас тут есть небольшие изменения. Дело в том, что на противоположной стороне, как раз в конце прошлой серии, мы начали устанавливать фундамент для нашего будущего дома. Я думал, за кадром покажу, пособираю ресурсов, как раз таки закрою полностью пол. Ну а из оставшихся заготовок мы с вами сделаем уже на ролике установку стен. Ну и если получится, даже распределение внутренних комнат. Но у игры на эту территорию были свои планы. Сразу отмечу тот факт, что я не смог это все произошедшее записать, так как программа для записи была выключена. Ну а я занимался мирным фармом и абсолютно не был готов к каким-то вот либо таким агрессивным активностям. В общем, что произошло, рассказываю. С левой стороны из этого леса вышло первое племя. В это же время, просто идеально совпало тайминг, вышло второе племя. Причем племя с правой стороны, которое вышло, это вот эти здоровые мужики, эти злыдни писюкастые с огромными дубинами, с золотыми масками. И они решили состыковаться и решить свои вопросы прямо на моем фундаменте. Естественно, большую часть этого фундамента было просто уничтожено. Они все раздолбали, кто-то погиб, кто-то убежал. Были даже дамочки, которые пытались утащить бревна. В итоге все, конечно, закончилось для нас хорошо. Ну а я потом сказал: серый, ну его нафиг, нет смысла никакого строиться там. Там постоянно какая-то будет происходить возня. Поэтому раздолбал остатки и сделал переезд. Ну, естественно, самый оптимальный и адекватный, и самый ближайший для нас вариант, конечно, это стал остров, где мы сами начинаем, где мы сами здороваемся, где мы сами, по сути, стартуем каждый видос. Перекинул сюда небольшое количество дерева. Кстати, как происходит переброска дерева, я вам сейчас покажу. Это прям отдельный вид искусства. В общем, да, поставил блоки, сформировал тот же самый фундамент. Что касается планировки, сделал небольшую доработку. У нас вот отсюда будет идти до этого угла, по сути, до куста. Мы еще здесь вытащим несколько блоков. И вот здесь будет идти Г-образная, такая у нас открытая, может быть, даже закрытая. Посмотрим, как у нас здесь это будет идти по самой инсталляции и строительству. В общем, здесь будет такая у нас веранда. Что касается внутренности, то получается у нас здесь будет и склад, небольшая комнатка, да, у нас будет небольшая гостиная и, конечно же, спальня. Ну и также не забыл еще о том, что у нас с вами есть дополнительные места на каждом острове, точнее не на каждом, а на этом острове. Здесь у нас будет небольшая, может быть, какая-то мастерская из такого же домика, как вот находится на той территории, которую мы строили с Колей, да. Ну и не забудем еще про объекты типа сушилок, в общем, такие небольшие уличные склады. По-любому, как мне кажется, будет классно, здорово. Да, и еще, у нас же были тихие соседи. Они как бы были, так и остались. Они никуда у нас не делись. Я про них тоже не забыл. Естественно, расставил блоки таким образом, чтобы их можно было закрыть. Хотя, вот как не закрывай, наверное, просто идеальное описание того, что наш дом будет построен на костях, да, в прямом и переносном смысле. В общем, мы их больше видеть не будем. И нас они, конечно же, тревожить тоже не будут. Хотя они и нас так не тревожили, но сейчас так особенно. Что касается плана на эту серию, мы с вами будем делать следующее. Сейчас покажу, как я сюда перекидываю деревья, ну а после мы отправимся с вами на поиски одной пещеры. Дело в том, что я посмотрел свою третью серию, где мы с вами делали обход всего острова, сверил точки, и получается, мы пропустили одну пещеру, которая находится наверху, там, где зеленый маркер мигает, на севере. Надо будет ее посетить, посмотреть, что она себя представляет. Если что-то интересно, то заберем. Ну а после уже возвращаемся сюда и займемся строительством. Кстати, что касается строительства, я думаю, может вообще сделать отдельную такую несвязанную серию, то есть даже не серию, а именно стрим, где мы можем просто посидеть, пообщаться, ну и, конечно же, заняться стройкой, чтобы не было таких, вот, знаете, вырезаний, то есть вот смотрите, как было и вот как стало. Но это как предложение, опять же, так все зависит от вас. Если нет, ну, наверное, тогда дальше будем делать небольшие вставки. Значит, да-да, шуруем на ту сторону, где нас ждет Николай, да, и давайте я вам покажу, как я сюда перекидываю деревья. Отлично. Берем два бревна, подходим к краю. Я вообще думал, их надо будет тащить там во время, когда ты плывешь, но все оказалось проще. Выбираем направление и... дальше божественная физика сама все делает. И они уже там, ну, естественно, не по два бревна, а там берешься, там несколько деревьев сразу туда закидываешь. И вуаля, как говорится, все легко и просто. Приплываем сюда, забираем и устанавливаем туда, куда нам это необходимо. Кстати, по поводу куда нам это необходимо, мы сейчас с вами сделаем вот что. Перед тем, как мы отправимся путешествовать, давайте освободим наш сундук и сделаем, наверное, дополнительно еще одно, или даже не одно, а две полки. Ну, пока я рандомно где-нибудь поставлю здесь первую, и рядом давайте еще бахнем точно такую же вторую. Потом их удалим и сделаем перенос. Первая готова, и вторая. Так, значит, что мы туда перебрасываем? Давайте убираем, наверное, консервы.
Берем немного еды. Дальше, что у нас еще есть? Это мы, наверное, оставляем. Это мы оставляем стрелы, всякие болты и прочее мы уберем. Кстати, да, по поводу стрел и лука. Видел ваши комментарии, Серега, сделай в конце концов. Сейчас сделаем, сейчас с собой его туда тоже возьмем. Ну, а это пока все обычное убираем. Очень много веревок. 20 изолент, вообще офигеть. Ну, по сути, да, по полной так и разгружаем все, что у нас тут с вами в огромном количестве. А еще, кстати, очень интересный момент. Знаете, какой у нас тут, прямо-таки рядышком, вот здесь, за Николаем, отсюда даже он его видно, стоит вертолет. Там 4 человека, ну, естественно, они мертвые, но в любом случае там есть ящички, там можно подлутаться и, как говорится, подсобираться. Сейчас также вам его покажу. Ну, это вот пока тут бегал и изучал всю эту территорию рядышком для фарма древесины. Ну, наверное, достаточно, да? Так, это мы убираем. Раскрываем. Там у нас еще была бронька. С кого-то была снята. Сразу ее напяливаем. И пойдемте покажу вам вертолет. О, ну там прямо очень уже темно. Ладно, давайте ляжем спать, а с утра уже покажу. О-о, нормально мы поспали. А у нас и зима уже пришла. Слушайте, ну к этому... Ну я как бы готовился, но я не думал, что это прямо так резко произойдет. Черт подери, ну ладно. Значит, ну все равно в любом случае это ничего не меняет. Наше путешествие и наши задачи на сегодня в любом случае есть. И будем их как-то, ну точнее им следовать, да? Сейчас, осталось только на ту сторону перебраться нам. Коль, тут прямо, слушай, я не знаю, как тебе, но тут стало прохладно, мягко говоря, да? Надо, кстати, еще перекусить, но с едой у нас проблем нет. Давайте глянем, что у нас там есть. Так, а у нас есть мясо, вот его навернем. Так, ты у нас готов, давайте, наверное, сразу еще скушаем рыбку готовую. Она же, она, в смысле, она же готовая написана, почему она живая? Это очень странно все выглядит, прямо очень странно, ну ладно. Видать, слишком свежая, да, рыба у нас оказалась. Закрываем тогда, значит, эту штуку. Пойдемте покажу вертолет и сразу отправимся уже на поиски пещеры. Значит, что касается лука, да, надо сразу его сделать. Единственное, хватит ли у нас ресурсов, не знаю, посмотрим. Вот, вот такой у нас здесь стоит красавец. Здесь у нас есть чемоданы. В чемоданах у нас есть гранаты, есть сишки. В общем, у нас... С противоположной стороны, что тут у нас идет? У нас здесь есть часы, тоже еще C4. Еда забираем. Угу. Ну и вот. Вот, собственно говоря, эти ребята. Но внутри вертолета ничего не активно, ничего тут мы сделать и добыть с вами не можем. Значит, что касается лука, да, давайте сразу, наверное, его сделаем. Значит, лук у нас делается из чего? Покажите мне информацию. У нас делается самодельный лук. Значит, веревка, изолента и палки, да? Это есть, это есть. И палки у нас тоже есть. Создать. О, шикарно. Так, а что касается стрел? Ну-ка. Понятно, да. Давайте посмотрим по поводу стрел. Значит, есть каменная стрела. 2 пера, 4 камня и палочки. Так, перья у нас несколько штучек есть. Можно добавить. 1, 2, 3, 4. И получается, да, еще 2 палки. Сколько у нас будет стрел? Наверное, 4, да, раз 4 камня. Угу. Неплохо, кстати, слушайте, неплохо. Так, единственный вопрос, как ты у нас работаешь, надо посмотреть. Здесь мы тогда с вами сейчас раз идем в пещеру. После предыдущей как бы максимально уже понятно все и мы готовы ко всему. Добавим сюда гранату, аптечку, у нас есть пистолет, имеется. Значит, тебя пока закрываем. Давайте посмотрим, как работает лук. Так, а у нас правая кнопка не работает. Слушай, ну-ка, а как где-то целится? Не очень понял. А, стрела забирается. Так, сейчас, секунду. А мне как целиться-то? Если я хочу, чтобы она попала, предположим, в эту зеленую фигню, то... А как тут баллистика идет? Ну-ка.
А, мы целимся тупо по наконечнику. Все, я понял. Ну да. Слушайте, ну понятно, прикольно, да. Но с огнестрелом пока все равно в любом случае комфортно. Все, Коль, значит, стой. Коленька, дорогой мой человек, Коль. А, да господи, ты же, я забыл, ты же не слышишь. Коль, за мной не ходи. Просто... стой здесь. Понял, да? Стой здесь, там, либо в укрытии. В общем, здесь броди плюс-минус. Далеко отсюда не уходи. А я потихонечку буду уже выдвигаться тогда по направлению... Несколько топор в руки возьму. Мне с ним намного комфортнее, чем с луком. Да, по направлению нашего маркера. Нам надо с вами пройти очень много и очень далеко. То есть получается, вот, если смотреть сейчас по навигации, ровно на север идем за зеленую точку. Это та пещера, которую мы пропустили. Ну, конечно, зима. Зима выглядит здесь потрясающе. Прямо вот, сейчас постараюсь, чтобы руки не тряслись и YouTube картинку не мылил, вы гляньте. Переходы, свет. Здорово сделано, прям очень-очень здорово. Вода замерзла. Слушайте, а бревна таскать для дома будет намного удобней. Надо будет обязательно этим моментом воспользоваться. Нет, вот действительно, сколько играю, сколько нахожусь здесь, но природа здесь очень классно воссоздана. Понятно, что, может быть, не сверхидеальная по отношению к некоторым другим проектам, но очень, очень и еще раз очень это годно. Особенно вот это, когда снег падает, а? Блин, забава. Не только для детей, для взрослых тоже. Что-то пусто, да? Вообще никого нет. Никто не ходит. Все сидят в укрытиях. Так, давайте, наверное, не будем мочить себе ноги. Попробуем как-то запаркурить. Вот так вот. И... ну, там чуть-чуть, да, я слышу. Там было это легкое хлюпанье, но ничего, нормально. Гейса по шее не зашли, значит, все остальное, ладно. Здесь, кстати, классное место. Здесь прям реально очень-очень... эть, классно. Но что касается строительства, на самом деле я уже, ну, максимально успокоился. Больше никаких экспериментов вне нашего острова, но его нафиг. Действительно, племена дикие. Может быть, они зимой все впадают в спячку, но осенью у них прямо какое-то осеннее обострение происходит. То, что они творили на нашем участке, это было просто жестко. Это прям реально жестко. Но благо, благо мы живы, а дом уж ладно, перенесем. Такая встала и побежала, и поскакала. Ну вот здесь где-то должна быть пещера. Мы как раз таки, когда делали обход острова, мимо пробежали. Но я помню эту... пятачок, помню эту развязку. Мы где-то здесь с вами пробегали. Вот именно мимо нее прошли. Не знаю, почему мы не стали в нее заходить. Это странно. Хотя изучали все пещеры. Ну да, получается, по маркеру идет у нас вот именно она. Все, тогда сейчас будем внутрь заходить. Что у нас здесь есть? Здесь есть алкоголь. Здесь тоже у нас алкоголь. Еда. Ну, она заколоченная вся еще. Сразу это достанем факел. Ой, какой факел, господи, фонарик. Да, батарейки у нас есть. По поводу всего остального, естественно, мы тогда с вами берем уже... ну, наверное... ладно, пока с топором заходим. Ну, с богом. Хотя есть маленькая ошибка. Стоп, знаете, что надо сделать? Сейчас, конечно, проверим, получится или нет. О, вам холодно и мокро. Я хочу посмотреть, а получится нам здесь брезент разложить или нет? Чтобы сейф поставить. Допустим, вот сюда. Так, нам требуется палочка, да? Сейчас раз все сделаем. О, первую подставили. Конечно, можно одну сделать. Ну, давайте, наверное, попробуем еще и вторую сделать. Прямо, чтобы было совсем по красоте. И это у нас готово. Ну, о, у нас есть укрытие. Можно сохраняться. Шикарно. Я, на самом деле, теперь буду все время делать укрытие перед такими пещерами, которые вообще неизвестные. Лучше там разобрать. Потому что прошлого раза, когда вот прошлой серии мы с вами ходили, ну, это жесть. Это прямо реально жесть.
Я думал, если откиснем, то это будет очень плохо, как минимум. Все, берем, значит, туда топорик. Давайте смотреть, давайте наконец. Ой, ё-моё. А у нас здесь огромное количество рук. И у них есть часы. Я так полагаю, им больше не потребуется, да? Еда. У тебя что? Тоже консервы есть какие-то, тоже еда. Мясо. Слушайте, а знаете, что можно сделать? Можно сделать костер. Где-нибудь здесь, допустим, вот туда. И согреемся, и светло будет. О, да. Уютненько стало. Прямо намного уютненько стало. Консервы забираем, нам это больше не надо. Берем наш топорик. Во. На всякий случай, вдруг что-то нам будет сломать, раздолбать. Есть ткань, есть мясо. Кстати, по поводу еды, а быть может мы приготовим сразу, а? О! Устроили себе тут кемпинг, да? Сейчас подождем, когда будет готово. Зато можно попить. А, нет, нельзя попить. Хотя, может быть, с топором нельзя попить. Не, вообще нельзя попить. А что тут есть еще-то у нас? Ну, пещеры, конечно, здесь жесткие. Прямо жесткие. Манят, пугают одновременно же. Сейчас мы посмотрим, что здесь, ну-ка. Пусто. А у тебя, бедолага, тоже ничегошеньки нет. А у нас батарейки есть? Батарейки есть. Живем тогда. Мясо готово? Да. Раз мясо, два мяса. Все, костер тогда оставляем, наверное, чтобы он не потух. Давайте подкинем туда еще немножко бумаги и денег, и листвы, и всего, что у нас с вами есть. И дальше двигаемся. Так, ребят, мы вас пока оставляем. Не мазурьте, наверное, пока мясо брать не стану. Не хулиганьте, ведите себя тихо. А мы начинаем наше погружение. Слушайте, ну судя по этому ручью, прям достаточно быстро течет. Значит, место и территория у пещеры большая, раз позволяет такую развить скорость. Это что было? О, господи, это камень. Какая нафиг веревка? Так, стоп, давайте-ка мы, наверное, с вами будем переходить на что-то нечто посерьезнее. Я вижу эти силуэты, я их вижу, но я пока не могу понять, сколько их. Я вижу только двух. Раз и два. Три, четыре. Ё-моё. Их очень много. Ребята, их прямо очень дофига. Он побежал. Он побежал. Мы их можем, конечно, здесь встречать. Голова. Боже, вы же подумали о том, что в чем я. Стой, пожалуйста, пожалуйста, не уходите, мужики. А никто не умер? Умерли? Охренеть. Вот это охренеть, я вам скажу. Минус все, получается, да? Так, что у нас там по оружейке? Нам холодно и мокро. Нормально нам. Нам прямо отлично. Значит, мы пока еще живы, да? Слушайте, ну мы можем тогда с них кожи посрезать и сделать брони себе. Я думаю, им она уже по-любому не пригодится. Жесткое место. Так, товарищ. Ага, забываем. Слушайте, какая огромная пещера. Какая она охренеть огромная. Единственное, что меня сейчас очень сильно отвлекает, я не могу так сосредоточиться, потому что обычно я все время прислушиваюсь. А здесь из-за шума воды, из-за постоянного течения этого ручья, очень сильно отвлекаешься и не слышишь вообще, что происходит. Так, товарищи, у вас как дела тут? А с вас ничего не срезать? А, нет, можно.
еще кусочек. Так, надо, наверное, по максимуму, да, срезать со всех, что можно. Давай, давай, давай. Я тут заберу. Все, да? Вроде больше... А, вот этот еще. Так, по поводу брони, давайте сразу, наверное, накидывать ее. 3, 4, да, мы максимально в этом, непонятно, в этой фиговине. Так, значит, я вижу, у нас там что-то мелькает. Давайте изучим эту территорию. Делаем перезарядку сразу же. Главное всматриваться, что мы тут сами можем где-то увидеть, и чтобы на нас никто не напал. Бутылка пустая. Так, забираем все, что есть. Свет, ага, понятно. Так, здесь бы нам туда, наверное, в идеале сейчас-то раздолбать его, да? Сейчас мы это сделаем. Плата. Так, ткань, В смысле, у нас куда-то она уходит дальше. Тут прямо разрыв идет жесткий. Прям очень жесткий. А что я сейчас сделаю? 2 секунды. Я сейчас вот что поставлю. Где-нибудь вот здесь. Нужен костер. Надо прогреться немножечко. Это раз. Во-вторых, хоть как-то дополнительного света нам это придаст, да? Ну и можно будет сжечь немножко листков. Готово. Нам надо пистолет, да? Батарейки садятся. Это что за фигня? А, нет, слушайте, ну здесь финал, походу, да? Здесь уже не пройти. Ладно, здесь у нас такая будет так небольшая комнатка отдыха. Сейчас с батарейками у нас как дела? Что очень тускло светит. Очень тускло светит. Ну-ка, давайте объединим себя и тебя. Так, так, так намного лучше. Опа, это у нас что такое находится? Ну-ка. А это у нас крест коллекционный. Хотя я вообще шел не к нему, если честно. Я шел к этой штуке. Он просто на глаз как-то попался. А это как-то добывается? Так, а что мы можем добыть электрическим молотком? У нас есть крест. Он так еще делает, как будто, понимаете, как изгоняет дьяволов. Может, какой-то ультимативный прибор у нас появился, не знаю. Возьмем еще топор еще. Не, не добывается. Я думал, золото или какая-нибудь, не знаю, там еще руда. Хорошо. Так, значит, топор мы-то убираем. Двигаем дальше, да? Будем идти тогда сейчас по течению в эту сторону. Здесь глубоко, интересно? Нет, здесь не глубоко. Вижу, лампочки там мигают. Они нас постоянно как манят. Они как вот... маркеры, типа, Серега, иди сюда. Я уже здесь. Здесь бедолага какой-то на стремянке повис. Журналы, шуруповерты. Все это здорово. О, записочки. К вашему сведению, ну, это то, что мы ищем. То есть они ищут этот ресурс. Угу. Но вы его нашли, мужики. Вы его прямо-таки очень, да, очень даже хорошо нашли. Тихонько будем дальше продвигаться. Не, ну это нас уже не пугает. Это нас уже даже не волнует. Значит, надо сделать. Надо съесть, наверное, нам с вами... или выпить нам с вами энергетик. Красава, красава, все. Подкрепили. Здесь глубоко, интересно? Нет, здесь не глубоко. Реально как кино спуск. Тоже по пещерам по этим бродить. Очень атмосферно. Здесь на самом деле вот именно атмосфера очень классно передается. Если не спешить, если вот именно погрузиться в нее, не гнаться, типа я вот безумно храбро, а вот именно
Ёперное коромысло. А вот именно проникнуться этой локации, то... Боже, что это за... Что это такое? Оно застряло? Оно застряло, его придавило камнем? Проникнись этой атмосферы, мужик, проникнись. Сзади кто-то идет, да? Ёперный бабай, вообще охренеть, просто разорвало его в клочья. Те просто ложились у нас, а этот прямо разлетелся. Боже ты мой, что здесь происходит? Рука отвалилась. Бомба с таймером. А бомба это хорошо, а с таймером вдвойне хорошо. Происходит смещение или что? А, слушайте, а может быть этой сишкой надо подрывать... Подрывать этот самый, как его... Те ресурсы? Тут руду? Как вариант, да? Я слышу, там какое-то хрюканье идет. Мы не спешим никуда. Да, я вижу тебя. Отъехал? Отъехал. Так, это плохо. Это прямо реально плохо. Надо вернуться, наверное, назад. Будем пробовать их тогда выбивать из этой дыры. Давай, 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 сюда идите. Идите, 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 идите. Следующий. О, только мужик, серьезно. На, лови. Готов? Да, он готов. Так, 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 так. Сейчас, секунду. Там была толпа, да? Теоретически мы можем с расстояния бахнуть туда гранату. Вон они ползают вдвоем. Мне нужен пистолет. Слегка так осыпается все. Хотя, как странно, вообще тут не завалило еще, да? В затылок. Один отъехал. Отъехал. Так, ребята, это извините, это прям очень волнительно. Не особо тут комментирую. Сижу просто на таком... На изготовке прямо. В любой момент может что-то измениться. Я слышу, кто-то справа у нас тут бродит. Я вижу его, да. Это этот хреноног. Со спины нет никого. Все, он взорвался, отлично. Так, что у нас здесь? Записки. В общем, моим работникам сложно добраться и работать здесь в полной темноте. Нам нужно больше освещения. И сделайте здесь, блин, так светло, как прямо, чтобы было как рождественская елка. Ну, здесь действительно мрачновато. У них здесь очень мало освещения. Прямо совсем его, можно сказать, нет. И огромное количество рабочих. Просто огромнейшее количество рабочих. Все одни трупы. Надо лутать, надо смотреть. Слушайте, мне почему-то ну, что-то мне подсказывает. Мне почему-то кажется, что у нас эта пещера, она прямо очень большая. Она прямо даже сейчас, да, вот своим вот этим залом, вот этими колоннами, она...
намного мощнее выглядит, чем та, которую мы с вами уже... Что это был за звук? Это явно не у меня в животе. Это что-то посерьезнее. Главное досконально все изучать. Возможно, мы здесь найдем либо лопату, либо, может, какие-то ключи. У нас с вами до сих пор ее нет. И у нас с вами до сих пор нет ни одного ключа. Зато бункеров мы с вами нашли хреново кукуева. Это что такое? Знаете, что надо сделать? Для освещения и для быстрого согрева. Давай еще подкинем туда немножко листвы. Нет, здесь чертовщина какая-то происходит, ребят. Здесь происходит какая-то чертовщина. Жалко, что фонарик с собой не взять, да? Опа! Кто-то прошел. Кто-то там прошел. У меня вот желание попробовать сишку повесить. Ну-ка, у нас где? Бомба с таймером. Вот сюда, если бахнуть ее. Не взрываются никак эти ресурсы. Ну, хотя бы просто проверили. Дальше потихонечку двигаемся. Тела рабочих развешаны. Ну, я не понимаю, а вот это что такое? Куб какой-то. Куб и люди снизу ползают. Это что-то было, товарищ? Не, у него пусто. Только что видел, как кто-то здесь прополз. Мне нельзя допускать такого, чтобы они нас обошли. Опа, вон бежит. Это жесть, это просто жесть. Я сейчас, секундочку. Мне надо... О, батарейки поменялись, шикарно. Я только хотел как раз их перезарядить, потому что нифига не видно. Значит, что можно сделать еще? Взять тебя. Да боже, взять тебя, открыть. Туда ее. Вот ползает, ползает же прямо перед нами. Охренеть их там. Их там охренеть сколько. Это мелкие, это дети ползают. Ребятки, наверное, ничего не видно. Но тут прямо я и сам сижу, всматриваюсь. Уж извините. Двойной идет. Нифига себе. Что это за жесть? Так, мне нужна тогда штука вот эта. Так, нет, детишки, подождите. От вас мы еще сможем замансовать. А вот ты кто такая? Есть один минус. Я вас сейчас рассмотрю. Вот, даже не сомневайтесь, он еще ползет. Ну, бахать, черт. Взорвался, да? Да, взорвался. Я херею, сколько здесь этих монстров. Они слиплись. Помните, как в фильме «Человек-многоножка»? Вот что-то типа такого. Так, мы с ним добудем все сразу же, да? И там еще второй был, мне надо перезарядиться. Так, это дети. Вот ты. Они с жопами срастаются. Ну какая-то очень странная на самом деле у разработчиков фантазия на тему жопы. У них
Все связано с жопами. Из у Вирджинии жопы нога, у этих из жопы они срастаются, жопу срезают, делают кресло. Что какая-то прямо жопная тема у них. И там огромное количество тел. Ребята, пещера какая-то просто, блин, цензура большая, очень большая. Тоже огромное количество тел висит. Вот, ползет. Смотри, ползет. На, жри. Ну! Отлично. Да уж, только скажешь, да уж. Мелочь ползет. Готовы? Все. Да, я вам скажу, волнение в этой пещере больше, чем в той. В разы. Промазал? Да ладно. Три патрона в молоко. Просто. Ну ты, Серега, то ты нормально стреляешь, а то ты вообще не можешь попасть. Ну, бывает. Волнуюсь немножко, поэтому сори. Так, у вас есть что-то, мужики? Что-то, что нам может пригодиться. О, ящик. Так, а это что моргает там? А, это лампочка, да? Угу. Есть энергетик. О, освещение, да? Так, ну, наверное, файров мы позабрасываем куда-нибудь. Здесь пока, в принципе, неплохо видно все. Фонарик хорошо работает. Когда небольшое помещение, прямо свет не так сильно рассеивается, поэтому можно как-то сфокусироваться. Интересно, на телефоне смотрите или... Если есть возможность, смотрите на телевизоре. Во-первых, все достаточно мелкое. А во-вторых, на телеке, наверное, будет вам намного комфортнее. Ну, либо какие-то более крупные панели, там, может, на мониторах. У нас все глубже и глубже, да, идем? Ну, в голове вроде какие-то некие маркеры я оставляю, чтобы не потеряться, если что. Хотя тут особо не потеряешься, но в любом случае... В любом случае надо быть... Надо вернуться домой. Так. Это что у нас такое? А, нифига себе, здесь такая расщелина идет, да? Очень много этого ресурса. Очень много этого ресурса. Выглядит как золото какое-то. Там моргает что-то, надо посмотреть. Опа. Ящички. Так, перед тем, как лутаться, надо сначала посмотреть, все ли для нас здесь безопасно. Веревка, монетки, веревка. Так, здесь пока все тихо, да? Холодно ему, понимаю. Нам надо еще на ту сторону перейти. Посмотри, что здесь есть. Обратите внимание, становится очень низко, да? Прямо начинает уже давить. Так называемый потолок. Наверное, у кого вот боязнь всяких замкнутых пространств. Не самое комфортное будет ощущение, да? Я думаю, наверное, такие люди в такие локации точно не ползают. Так, отойдем немножко подальше. Здесь и свет для нас, и им встать здесь не получится, да? Только если раком ползать, как всегда. Во-во-во, побежали. Один убежал, вон там он. Больше не бегает. Так. Один все-таки куда-то свалил, да? Один... Во! Пачка ног ходит вдалеке. Прямо видно, когда туда свет дотянулся.
Ох, ни хрена себе. Холодно. Прямо холодно. Так, нам нужен... Нам нужен инвентарь. Сидим здесь. Немножко погреться. Можно даже перекусить немного. Энергия у нас еще есть, а вот по еде еще кусок съедим, чтобы быть на максимум. Где рюкзак? Сейчас разбросаем их в разные стороны, посмотрим. У нас их много. Но здесь уже со освещением так себе, да. Проблема в том, что у нас еще палок осталось. Одна штучка. Костер мы больше не сделаем, да, таковой? Плохо, что доски не забрать с этих ящиков. Опа, 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 опа. Наш старый друг. Здесь очень холодно становится в этой пещере. Прямо очень холодно. Как тогда вопрос нам проходить, если он начинает мерзнуть? А идти изучать пещеру надо. Ладно, немного пройдемся. Посмотрим, насколько нас хватит. Если что, уже обратно быстро шифтанем. Пусто. О, а там свет. Там свет и там... Там... Этот блевун с многоножкой. Черт, у меня гранат нет. У меня нет гранат. И он не один здесь. Отъехал. Отъехал, сказал, отъехал. Отъехал, да? Так, энергия. Аккуратно, Серега, не спешим. Оу, оу, оу. Грязь, тварь, какую, а? Давай-давай-давай, роднули. Мы не можем здесь даться. Отъехал. О, боже ты мой. Так, сейчас быстренько до костра добежим. Чуть-чуть прогреться надо. Чисто чуть-чуть. Вот здесь. Сейчас немножко отдохнуть хотя бы, да? Так, пистолет. Батарейки перезарядились, нормально. Сейчас еще подкинем все травы, чтобы он не погас. Ну и будем потихоньку возвращаться к этим гаврикам. Справа тут бегает. Не, ну развалили мы их нормально. Они не такие страшные, на самом деле, как кажутся, да? Вот обычные бегуны страшные. И еще мы не знаем, что из себя представляют и на что способны вот эти, которые жопы склеены. Вот они непонятные, абсолютно непонятные. Так, мне нужна эта броня. Давай, Серега, быстро. Раз, два, три, четыре, на максимум. Мое, что здесь вообще происходит? Что это за логово такое лютое?
Магнитофон, что? Нет, это ящик. Ну, здесь дубильник, да. Здесь прямо такими перепадами, да, смотрите, у нас на экране появляется. Прямо перепадами. Мелкие бегают. Так, ну, я не буду тратить, наверное, патроны. Попал, зараза, а? Попал. Мелкий гад. Нельзя давать на нас напрыгивать. Просто нельзя. Пуповина эта торчит ужасная такая. Ну. Так. Энергия. А, подождите, стоп. А мы можем сделать факел, чтобы нам... А, у нас палок больше нет. Ладно. Может, с факелом просто не так будет холодно, по идее. Пистолет нужен. Веревки. Конечно, все здорово. Пусто, да? Ничего не подсвечивается. Это очень большая пещера. Это очень большая пещера. И это мягко сказано еще. Благо батарейки или фонарика есть. Хотя бы видим, да, куда мы идем. Но вот что касается фаеров, очень, ну, плохо освещают. Они, конечно, по площади идут, но в плане общего вида не очень. О, свет. Так, свет. И что у нас здесь? Патроны. Хоть где-то пропал, да? А, мы отсюда пришли? Была развилка сюда, да? Это кишки. Я слышу, за нами кто-то идет. Не могу понять, где мы пропустили человека этого. Кто это бежит? Что, вроде как мы сами шли, всех зачистили. О, боже. Их тут много, я их решил просто стрельнуть, чтобы они на меня уже не напрыгивали все. Вот здесь вот убегает еще. Это мы обратно, что ли, вышли? Не понимаю. Здесь подъем. Здесь что-то. Здесь какой-то у нас... Какой-то... Водный зал, блин. О-о. Этот звук мне не нравится. Абсолютно. Так, сейчас подождите. У нас, получается, была развилка. А вот здесь куда нас выводит дорога? Наверх. Может, выход уже из пещеры? Патроны, ноутбук. Так, ну ладно, ломать ноутбук не буду пока. Надо понять, что здесь происходит у нас. Проблема в том, что у нас нет гранат. Мало, извини. На.
Напрыгивай толпой, а? Охренеть волнение. Охренеть просто волнение в этой пещере. Так, ладно, Милку оставим. Пускай там ползает дальше. А где выход-то вообще? Здесь есть у него или нет? Очень много мелких. Очень много мелких. И со спины еще идет один. Как раз кто-то, который мы не добили, надо добить. Здесь главное быстро замансить, как только он начинает делать свой прыжок. Он на свою эту единственную ножку начинает наступать, типа оттолкнуться пытается. Вот я про чем и говорю. В этот момент надо отойти. Готов? Ты посмотри, сейчас бы гранату будем зарядить, а? Он еще бежит. Готов. Так, на что ты меня светишь здесь? Опа, как я вовремя отошел. Так, нам надо что-то попить. Предлагаю, наверное, бахнуть энергетик. Раз у нас эти C4, если что, есть, можно будет бахнуть его. Ну, кстати, по поводу одежды, ну-ка, сейчас посмотреть. У нас есть что там на холод, влагу? А, зимняя куртка, о, зимняя куртка. Явно стало лучше, да. Да, засранец. На что здесь идет свет, я не могу понять. Просто посветили вот эту писюльку, что ли? Или что это такое? Оно не долбится никак. Может, какие-то образования? Опа. А вот это уже интересненько. Гарпун у нас, да? Есть. А это что такое? Боеприпасы для электрошокера. Стрела. Ни хрена себе, я сказал себе, тут высота. Так. Бедолага, у тебя что-то есть? Не, у него пусто. Не, тут ничего нет больше у нас. Ладно, поднимаемся. Батарейки начинают садиться. Надеюсь, ты их сейчас поменяешь быстренько. С копьем этим, ё-моё, тут куча монстров. Лютых, жестких. А мы с копьем идем. У нас там еще лук есть, но мне надо потренироваться. Я все-таки хреново из него стреляю. Топором и копьем я куда... продуктивнее работаю. Сейчас посмотрим, куда нас вообще дорогу выводит. Слушайте, ну здесь пещера, просто огромнейшее количество. Переход за переходом. Опа. Пожалуйста, выход. Просто, пожалуйста, выход.
Мать моя женщина, мы вышли отсюда. Мы нашли крюкошку, получается, теперь, да? Луна какая еще светит, вы посмотрите. Так, где мы находимся? Мы находимся вот здесь. Надо шуршать домой. Но чтобы туда шуршать, мне нужны еще палки. Мне нужны палки, чтобы можно было сделать костер. Так, надо что-то срубить здесь. Да-да-да, я слышу. Чтобы было максимально всем комфортно, мы вот как поступим сейчас. Сейчас зайду сюда. И сразу выйду. Дурацкая. Я хотел, думал, тут можно переждать. Не. Пойду во мраке. Пойду во мраке до дома. Ну да. Получается, у нас теперь есть крюкошка. И мы с ее помощью можем пойти в пещеру, где у нас, помните, были три человека на штырях насаженные в воде прямо. Там как раз-таки был трос. Точно такой же, как по которому мы только что с вами спускались. Следовательно, ну тут один плюс один несложно сложить, да? Мы сможем попасть в ту пещеру. Это круто, это круто. Ладно, сначала надо вернуться домой. А лед, конечно, хрустит очень жестко. Так, это даже немножечко опасно ходить на самом деле. Но, с другой стороны, да, значит, раз мы добрались, надо, пока есть возможность, чтобы не таскать эти по воде бревна, можно спокойненько здесь сейчас заняться строительством. И Коля мне в этом поможет. Тем более, да, пока у нас есть вода, ну, в смысле, замерзшая вода, да? Коль, иди сюда, подойди ко мне. Коля, иди сюда, ко мне, пожалуйста, подойди. Пожалуйста, дорогой мой человек. Уж меня же все трясет, иди сюда, Коленька, камон. Вот сюда бросай бревна, хорошо? Так, возьми палки, бревна и бросай здесь. Очень нужен мне. Спасибо, дорогой мой человек. Давай, я верю в тебя. Мне надо немножко прогреться. Сейчас закинем побольше всего и вся. Это был хороший костер. Нет, отбой. Сделай перерыв. Нельзя эти деревья трогать. Нельзя. А он самый ближайший хочет взять. Ну ты посмотри. Ну так и я могу самый ближайший. Сейчас перекусим. Отлично. Ладно, я сам все сделаю. Просто, Коля, стой и наблюдай. Угу. Вот именно стой и смотри. Вам здесь бревном-то не провалиться. Так, мне-то потребуется еще одно основание сюда поставить, да? Да, вот здесь мы вырубаем. Ровненько, хорошо и замечательно. О! Вот здесь у нас как раз-таки будет идти веранда. Сейчас ее добьем. Нет, надо, получается, ниже брать, да, вот здесь? А, низкая, зараза. Зараза низкая. Так, ты пока сюда иди. О, даже так. А тебя хватит по высоте, не? И тебя не хватает. Я знаю, куда мы это используем. Мы это сделаем около нашей лестницы. Ты нормально, Коль, да? Отдыхай, конечно. Что, я сам все сделаю. Вот сюда мы ее сделаем и вот сюда. Как раз таки у нас будет, типа, ну, ограждение. Да, конечно, зимой намного комфортнее строить, потому что не надо бревна по воде сплавлять. Значит, ты у нас идешь сюда. А ты идешь сюда. Сейчас здесь небольшой кусочек только отстегнем. Вот этот примерно, да? Нормально.
Нормально, Коль? Все хорошо? Я так и понял. Да уж, это, конечно, нет очень много времени. Но ничего страшного, постараюсь какую-то такую небольшую нарезочку с поставочками сделать, чтобы было интересно. Следы такие на самом деле классно остаются. После того, когда по снегу прошел, вообще круто. Вот прямо радует глаз. Особенно радует безработный Коля. Хотя врать не буду, мне самому интересно все построить и подобывать. Я, кто давно на канале знает, я тот еще копашист, могу копашиться очень долго. Сейчас эту территорию мы добьем с вами. Так, и мне надо, получается, будет уже ставить... Не туда полетела, дорогая моя, это мне нужна. Надо будет ставить уже основание для самих помещений, ну, для комнаты. Значит, нет, давайте, наверное, сюда добью стенку, вот эту одну. О! И здесь. Значит, первая партия у нас остается вот здесь. Это в полный рост буду, да. Что-то походка у нас тут прямо очень сильно портится. Но вот что потихонечку вырисовывается. То есть здесь у нас пойдет забор с вами. Да, а это уже будет идти, ну не забор, а ограждение. Это будет уже идти, по сути, сам по себе основной дом. Здесь у нас будет гостевая, небольшая какая-нибудь. И маленький складик где-нибудь здесь мы поставим. Ну и комната, да, прикольно будет. Ой. Да, будет прикольно. Ладно, все, думаю, тогда на моменте я с вами попрощаюсь. И так, мне кажется, очень долго тут просидел, прозалипал. Пошел монтировать видео. Ну и надеюсь на ваши лайки и комментарии. Увидимся уже в продолжении. Нас тогда с вами в следующей серии ждет также стройка. Ну а после всего этого мы отправляемся. Точнее, наоборот, сначала мы отправимся в пещеру. Ну а после нас с вами будет уже ждать стройка. Ну, может быть, еще за кадром немножко посижу. Пол, как минимум, попробую доделать. Все, всех вас люблю. Спасибо, что были это время со мной. Всем пока.